Памятник генетику, который одомашнил лис, появится в Новосибирске. Скульптурную композицию в честь академика Дмитрия Беляева разместят возле Института цитологии и генетики. Автор проекта памятника – художник Андрей Харкевич. В центре композиции – ученый, сидящий на скамейке вместе с лисой, которая подает ему лапу. Дмитрий Беляев известен своим экспериментом по выведению одомашненных лис. В результате удалось создать уникальную, известную во всем мире популяцию дружелюбных по отношению к человеку лисиц. Открытие памятника запланировано на 7 августа и приурочено к столетию со дня рождения ученого.